Дорогие телезрители, а мы вновь приветствуем вас в нашей любимой рубрике «Дом» на телеканале «Шоп-н-шоу» и спешим представить вам «Номатрасник». «Номатрасник» непромокаемый, цена премьеры от 710 рублей. Это просто находка. Если у вас еще нет «Номатрасника», самое время позвонить прямо сейчас и заказать его. Это отличный «Номатрасник», который должен быть у вас. Я сразу вспоминаю историю, когда мы переехали с мужем на новую квартиру, купили кровать, естественно, новый матрас, и ты знаешь, у нас не было «Номатрасника», я очень жалею сейчас по сей день. И ты знаешь, с утра мы просыпались, и вот какие-то вот разводы, это было лето, знаешь, вот такие вот желтые разводы на нашем матрасе, потому что сквозь простыню вот вся влага, которая испаряется с нас, проходила в матрас. Вот, дорогие телезрители, я испортила свой матрас, но потом мы приобрели вот такой вот замечательный «Номатрасник», вы только посмотрите, он непромокаемый. Да, кроме того, что он непромокаемый, давайте покажем с обратной стороны, за счет чего он непромокаемый, так за счет полиуретановой основы, это полиуретановая мембрана, уважаемые телезрители, то есть если что-то случилось, да, пролили кофе, ну всякое бывает, детишки маленькие, у кого памперс забыли надеть, ну может оказия случится, ну правда ведь бывает, ничего не произойдет с вашим матрасом, он останется идеально новым, на матрасник сняли, постирали и все, проблем у вас нет, легко и просто решаем мы ваши проблемы, уважаемые телезрители. Стирать легко, Олечка, в машинку кинули, да, 30-40 градусов, да, с обычным своим средством, все превосходно, очень легко, сохнет быстро. Ну, просто идеальное решение для дома. А самое главное, ваша простыня никогда не будет скомкиваться, мяться, она будет располагаться на таком, на матраснике идеально. А знаете, за счет чего? За счет вот этих вот великолепных ворсинок, сейчас я вам покажу. Вот такие вот маленькие пружинки, которые будут надежно удерживать ваше постельное белье, ваше пододеяльник, нет, не пододеяльник, не наволочку, простыню, дорогие телезрители. Вот они, посмотрите, вот эти пружинки, вот эти махровые пружинки, которые надежно будут держать вашу простыню. А вы посмотрите борта, покажите, уважаемый оператор, борт. Смотри, Оля, он другой ткань, он трикотажный борт. Вот сейчас мы покажем, видите, борт 25 сантиметров, бортик. То есть он подойдет абсолютно под любой, вот посмотрите, какой оптимальный, вот я показываю размер, 25 сантиметров, подойдет на любой матрас, на любую кровать, пожалуйста, вы будете великолепно защищать свой, наверное, дорогой матрас, да, нашим очень недорогим, но очень качественным номатрасником. Это трикотажный борт. Если само полотно у нас махра, то борт трикотажный, посмотрите. Тоже да, по периметру резинка, сейчас мы потом продемонстрируем, да, насколько это удобно. То есть фиксируется идеально, никуда не денется. Да, Юлечка, ты правильно сказала, что 25 сантиметров высота матраса – это максимальный размер. Но обратите внимание, что у нас 10 сантиметров матрас. И посмотрите, как идеально он располагается, этот номатрасник, на нашем матрасе. 10-сантиметровый. Вот такой вот универсальный номатрасник, непромокаемый. И специальные мембраны, влагостойкий номатрасник. Между прочим, здесь специальная антибактериальная пропитка, дорогие телезрители, в этом на матраснике не будут скапливаться те самые бактерии, а самое главное, вот эти вот страшные пылевые клещи, которых мы все очень боимся, которые питаются частичками нашей омертвевшей кожи. Да. Ну, кстати, кроме того, что не заведется пылевой клещ, еще и не будет ни грибка, ни плесени, потому что идеальная ткань, вот посмотрите, просто махра, она, это 100% хлопок, это 100% хлопок. Он водонепроницаемый, дышащая поверхность, при этом очень мягкая поверхность. Идеально подойдет для любой кровати, для любого дивана даже, если вы захотите. Вот посмотрите, вот я держу упаковочку, да, в которой у нас наш номатрасник убран. Здесь значки, вот вы когда купите, вы посмотрите. То есть все подтверждено идеально производителем, антибактериальная пропитка. Защита от пылевых клещей. Резинка по всей длине, это мы сейчас вам покажем, что она действительно есть. Посмотрите внимательно. А самое главное, этот номатрасник можно стирать 95 градусов. Обратите внимание, вот так вот. Даже стиральные машинки тоже можно использовать. А ты знаешь, я сразу подумала о том, что в гости мы ездим с памперсом. У меня младший сын еще маленький, и я всегда боюсь, ну, мало ли, все бывает, особенно в гостях, заиграются, заснет.
Я могу ездить теперь не с памперсами, а вот с таким вот подарком. Я обязательно возьму и буду на скоро праздники, да, вот после новогодние наши праздники мы ездим в гости, и надо ездить, конечно, с подарками, дорогие телезрители. Этот подарок я возьму с собой. Я думаю, идеальный подарок. Олечка, я вот маме своей куплю. Кстати, я вот тебе не рассказала, что я уже пользуюсь таким матрасником. Очень действительно удобно, качественно дышащий. Вот у меня немножко есть аллергия на пыль, я признаюсь, да, вообще я не испытываю никаких проблем, понимаете, вот абсолютное качество. Посмотрите, действительно, мы обещали показать, что резинка по всей длине, она действительно по всей длине, посмотрите. Да, зафиксируется вот на матрасник гибкий. Идеально просто на вашей кровати. Он никуда не сползет у вас, не беспокойтесь. То есть идеально. Ни складочки, ничего. Гладить не нужно, да, Олю? Выбрасывайте свои утюги, в дальний ящик их убирайте, потому что просто постирали, натянули, растянули по всему периметру вашей кровати, и все, идеальный складок, ни одной складочки нет. Все. Да, даже если у вас нет простыни, мне кажется, можно спать прямо вот на таком, на матраснике, потому что он такой приятный. Да, Юлечка, расскажи нам еще раз, пожалуйста, что вот это за ворсинки, что это за качество, это хлопок? Это 100% хлопок, 100% махровая ткань. Очень качественное плетение, понимаете, вот с обратной стороны мы смотрим, у нас мембрана тоже, она одна ткань к другой очень четко зафиксирована, то есть у вас вот это вот не разделится ничего, да, вот ткань идеального качества, она дышит, она не пропускает, то есть наоборот пропускает воздух, очень хорошо. Антибактериальная пропитка, никаких пылевых клещей, дорогие телезрители, причем высота борта 25 сантиметров, до 25 сантиметров вы можете использовать на матрасник, а также 10 сантиметров, как наш. В нашей студии, посмотрите, это универсальный наматрасник, который мы сегодня вам предлагаем. Называется он Милагро. Вот так вот, дорогие телезрители, это антибактериальная пропитка. Шикарный наматрасник. Теперь ваши проблемы будут решены. Вот посмотрите. Никакой, не будет скомкиваться ваша простыня, она будет здесь держаться идеально. Ну что ж, мы любим эксперименты. Обязательно проведем эксперимент. А по поводу чего? По поводу того, что он непромокаемый. Мы вам сейчас покажем, насколько он непромокаем действительно. Олечка, давай откроем уголок. Давай я к тебе подойду. Стране. Вот смотрите, уважаемые телезрители, кладем листочек. Это просто, чтобы было доказательство, посмотрите. Закрываем. Я бы волнуюсь. Закрываем, не волнуйся, все будет хорошо. Все, я прямо сейчас лью. Допустим, вы пролили кофе. Вот у вас такая оказия случилась. Кофе в постели, если вы романтично. Вы посмотрите, сразу уже отталкивается вода. Она практически не впитывается, потому что здесь определенная пропитка, дорогие телезрители. И определенное качество плетения ткани еще. Да, и мембрана высококачественная. Вот, посмотрите, дорогие телезрители. И давайте посмотрим. На поверхности, да, вот он, этот сок. Посмотрите, что у нас на листочке. Открываем. Внимание. Так. Абсолютная Все. Чистота. Посмотрите, сухой листочек, абсолютно. То, что мы вам и говорили, непромокаемый наматрасник. Дорогие телезрители, размеры 60 на 120, 90 на 200, 140 на 200 и 180 на 200 пока в наличии.